Добрый день, представители СМИ, гости нашей конференции. Хочу представить в начале наш президиум. Хочу сказать, что мы сегодня не в полном составе, так как наши представители уехали в Киев, и они там уже дали пресс-конференцию в пресс-центре УНИАМ в Киеве на эту же самую тему, чтобы озвучить масштабы этого происходящего. Сегодня представляет, значит, эту пресс-конференцию будут справа от меня. Это Эбет Рустем, член правления ООО «Сербат». Слева от меня Решетев Делявер, член правления и старший на Петровских высотках. И Якубов Сулейман, пресс-секретарь ООО «Сербат». И я, председатель правления ООО «Сербат» Сейдалиев Решетев.